сказали, что ваша тетя дирижер. А я читал, что вы тоже рассматривали профессию себе такую. Ну вот, да. Когда был период, когда я этим занималась... Это под влиянием, я хотел уточнить? Нет, абсолютно. Нет? Вот никогда на самом деле под влияние не попадала ничьи. Да? Ну, так, во всяком случае, мне представляется. Может быть, я как бы завышенно себя оцениваю. Вот. Но мне казалось, что я самостоятельно принимаю решение. Я сейчас резко решение. В сторону от семейной тематики про влияние. А про влияние президента Путина вы попадаете как человек, работающий? Вы знаете, я вам хочу сказать, что мне Владимир Владимирович очень близок и интеллектуально, и эмоционально. Я не знаю, попадаю ли я под влияние его. Но это тот контакт, который мне чрезвычайно приятен, очень комфортен. Я чувствую себя как бы как с человеком, который понимает не только то, что я говорю, но то, что я думаю. Вот это очень важная ситуация, поэтому, но с этой точки зрения я член команды, я, конечно, наверное, под влиянием лидера сильного команды.